Я обжаловал страйк, но это долго, все процесс очень Теперь вы долгий. можете выбрать своих героев. Так, Лешрак появляется, но было бы интересно узнать на самом деле. Так, дает стан, крита нападает, крит, свой бака в кулдауне, джавелин у него есть, но это никак не поможет, там заходит табель в спину, замечательно убивает Эруса, Эрус взрывается, Дивай тоже можно будет сейчас доказать, Дивай цепляет, закрывает проход, шикарный Рамзес, Рамзес умный. Похоже, все торпеды запускает, слушайте. Торпеды запускает часами, таби цепляет, ставится гипношар, замечательно. Рамзес, блэкхо, пошел двоих, хорошо. Элиминей туда запускают, еще есть ветран, ну неплохо, сейчас дерется ЕГЭ. Кнопочка они очень классно прожали, но впитывает все Вичи, Вичи впитали, кулдаун пошел. Крит не выкатывается отсюда, никого не забрали ЕГЭ. А такое было бодрое начало. Но теперь понимает, дает Малифайс, постерил Миднайт Пульс, хорошо работают. Там пошел пуш по Рамзесу, есть ветра. Арл BUW, похоже, попал в Вейдалончика, но Рамзес убьют, точно. Рамзес забирают, расталкивают всех. У нас здесь Флай своим блондингуайн там и Крит. Так что, так, забаунтированно выходит команда ЕГЭ. Арл залетает, Крит в ловец Арл. Сейчас был Крит, укатывается Троллинг Тандер. И неудачно он покатился и добирает BUW его. Рамзес, Сабит забирает баунти, хорошо. И две баунти заберут ЕГЭ, и цепляют еще и Флай, есть кулдаун. Минус, к сожалению, большому. Ну что, Рамзес, Рамзес получает ветра. Есть кулдаун, но Аби дает неплохие сейчас. Ветра полетела, Ароу Рамзес не попадает, попадает на Вейдалона. Даже важнее было не Рамзес, ладно, потом Лаури флакончик работает, ставится гипношар, Рамзес, Квэков, двухгеловый победной пульсом, нормально. Вот туда еще урона, смотрите, как-то разбираться. Свэшбаков, Га нажимается, катается, хрит хорошо, Артиди по БКБ сбегает, рычит на всех, поймали Ори, Ори бы убили, Ори, Рейдиенс его жжет, убивает Ори. Цепляют Янга, Янга подцепили свэчбаков, плюс еще свэчбаков, и Рэдианс дожгет его, скорее всего, хотя свэчбаков еще один минус. Ой, 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 Абит, 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 Абит. Нас постараются сейчас крита зацепить на Мартизе. Еще более интересная цель, поймали Флая. Флай, Ару залетает, и, ну, Флай убьют, точно. И поймали Артизи, Артизи, там же сейчас уже ему Рэдианс выключил, выключил, скорее всего, надеюсь, то, что выключил. И Артизи ультимейт нажал, под рейджом отсюда отступает, и поймали еще крита. Минус, там Абит дает ветра. Но Рамзес хорошую позицию занимает, БКБ у него есть. Есть ветра, нажмет ли он, интересно, или нет. Не успевает, ну, просто промазал Шару на PUW. Крит залетает, дает, прыгает. Ой-ой-ой, Артизи ворвался, ничего себе. Там урон залетел, какой страшный. Сюда скорость так у него была, выкупается у нас ШД обратно. Там станет шикарно просто, Артизи бит, Артизи. Еле-еле БКБ пытается уйти, пока что выживает. Но Шрайн прожимается, Артизи кастует колбу. Артизи выжил на зюлечке, на OHP было. Это Ори, Ори до конца за Абитом. Абит добирает киллинг при Ори. Уже за Рамзесом пошел. Блэкхол мы так и не увидели. Катается Крит. Эурус выживает. И Рамзес. БКБ. Телепорт. Че, убьют что ли? Да нет, 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 не получилось. Ой, Рамзес только не поставится. Там сейчас нападает у нас Артизи. Артизи БКБ не жмет, потому что у него КД просто. Но Рамзеса развели на БКБ. Ужасно. У ЕГЭ просто. И сейчас их просто растянули всех. А Рамзес в одном месте, Артизи в другом. Артизи просто в таверне уже находится. Как бы пока там Рамзес бегает. Крита цепляют и PW Крита сейчас, похоже, заберет. Здесь полетела Арл. Крит свэчбаку пока что выживает или не выживает, не знаю. PW до конца, есть ветра, и сейчас вопрос съедет. Можно будет ли кто-то разбить на самом деле, но как-то неуверенно. ЕГЭ действует, партизилует Тарус. Сейчас пошел кулдаун, прыгает PUW, Рамзес, Блэкхол. Но Ори вышел из Блэкхола, к сожалению. Ори вышел из него, и Ори Абида Харас сейчас забирает Эруса. Эруса убили, минус 2 сделали. Абид прячется в инвиз, Рамзес без БКБ, без ничего, Рокет Бэрэш, там Ори просто сейчас загрязет. Минус Рамзес, Артизи пурш пошел, и опять же Артизи его просто сейчас будут хоронить здесь. Артизи один не помогает ему никак. Не получилось у него знается, ничего не получилось, и там еще Абит, Абит под Слор Христом, нет! Ой-ой-ой, Артизи ошибка, Артизи ошибка, БКБ не прожимает, не успел он прожить БКБ, ультимейт, и БКБ потом нажал, зачем Артур-то его клацнул? Минус Артизи, еще и Рамзес поймали, Рамзес тоже, но БКБ не нажимает, хотя бы что-то. Хорошо.
Крит покатился. Окей, Артис БКБ нажимает, работает по Ори. Ори тоже БКБ, да, он Коба там. Потом Геокс попал, неплохая Коба, но что-то он, наверное, не нанес вообще. Он БКБ кончился в Артисе, это ошибка, но ставится гипношар, никого не засосал Артисе. На Ару сажается Форстаф и Трамзес, Блэкхоу пошел, га, и прячет просто. Ори спрятали, и все. Артисе уже мертв, нету физ ДПСа у команды ЕГ. И ГГ прописывает просто невозможно этих Вичи выиграть. Они еще и просто засейвили Ори. И это... Ну, чин-чопа, чин-чопа, как говорится. Виномансера. Ну, тоже можно. Тоже можно будет, на самом деле. На Артура есть крест, есть корабль, без торрента, кстати говоря. Вот там Эйрос, как бы разум доберет, он хватит. Рамзес, хук хороший. И пошла Десембра, заходит POW, а говорит Рамзеса, можно будет сейчас и раскайтить, но... Но он и телепорт делает отсюда, улетает на Шайн, пролетел Рамзеса, там убивает Эйрос, хорошее убийство. На обед. Есть чернила, влетает он сейчас на Виверну, Дивай неприятно, дает скорса, Дивай живет. Там еще и шанс, что есть. Сейчас будет агр, сейчас будет торрент, кстати говоря, можно крест посадить. Пошел крест по Абиду, Абиду неприятно, Абид может умереть, но улетает на последнюю секунду, но он под поезде новый. Нет, он просто под одним гилем и умирает. А, на себя повесил Ори, крест, забирает баунти, хук от Рамзеса, вот это неплохо, вот это вот очень хорошо, Янка можно будет сейчас зажать, Янг, фисты пошли. Янка ступает, пока что Рамзес, Рамзес получает лицо, руки, Бэрэш больно, Рамзес, он байнд, не получилось, знается, есть чайник, прыгает Артити, остается неплохой хрона, работает чайник, минус 2 делают ЕГР, размен 2 в 1, пока что Синистер заезжает, крит, не дать Тейтбрингер, дает, Тори Тейтбрингер по криту, и теперь 2. У Винома там есть крест, торрент, корабль заезжает, и Рамзес сейчас, по идее, будет здесь оставаться, хотя Инксоус Ломбайн, куда он полетел, там еще и Виномгей работает, он дает хук, взрывает его Эурус, залетает по нему ракетка неплохая, там курса пошла, поймали у нас еще и Лича, похоже, здесь и останется. У нас господин Флайт, что Вичи доминируют, грамотно действуют, PUW уже заходит, просто четверка команды Вичи забегает под тир 2 и гоняет Солярва. Ради появляется, прыгает у нас. Артизи сейчас на кунку. Пошла Десембра. Неплохая. Орикс тебя убьют. Орикс забирает. Стрик из 4 убийств снимает. С него еще на Янга можно. Но Янг его не хотят бить. Ага. Куда пошел Артизи? Артизи, ты что делаешь? Артизи? Рамзес спасает свою кору. Что-то сейчас Артур... Я не помню, что... Дичь сделал. Там, кстати, Виномгейт заработает. И горелка. Блаз пошел. Он может умереть сейчас. Дотикает, дотикает. Да, он умрет. Минус Артизи. Обалдеть. Дальше идут у нас сейчас Вичи, хотят и драться, Рамзес фул хп, забегает просто машина, ты посмотри на него, Коуд Снэп, ой, Коудер Брейс вешает на Эрус, Эрус пока что выживает, есть Десембра, Эруса убивают, Рамзес до конца на мужика, но это Тим Вайп команды Вичи по итогу. Смоки взрывают, опа, опачки, увидели, увидели кунку, есть фисты, чинят его, неплохой хук, залетает и POW, агрис, спасает он Ори, сейчас будет Тайбрингер, Рамзес уже пол стопал, пол, вроде пуш, вроде жертвы, поэтинова, пошла по всем, залетает, прыгает Артизи, ну пока что Кубову не ставит, не хочет его ставить, не знаю почему, теперь понимаю, потому что есть чайник, полетает чайник, есть Лумбайнд, работает чайник, больно очень, Вичи, POW умирает, Рамзес тоже умирает, я вот про это... Рамзес крест, корабль, Рамзес подцепили, Рамзесу неприятно, есть он байнд, и Рамзес умрет, здесь его отгрызает, выкупается Рамзес, Роман будет драться еще, чайник летает, Ори плевать, он БКБ, PUW впитал, у него даже полстолба не упало, сейчас Артист забегает под инкселом, пошел дальше, прыгает, работает, ставится курса хорошая, и убивает все-таки Янга, Янга получилось забрать, там PUW, Янга шикарно, Артизи больно, минус Артизи, убивает его и Рамзес после байбека, дает Десембру хорошую, съедает он PUW. Но Рамзес тут должен падать, по идее, хотя живет еще. Но Эорс дабл дэмэджем работает по всем. Просто Абит битый, Абит рокет бэрэш, Ренант и Абит забивает все-таки. Ори получилось под Коуден Брейсом забрать его. Три блока делает Эорс, Абит. Артизи живет, может. Агр пошел, хороший, PUW залетает, крит спасает, пока что спасает. PUW, БКБ глазает. Подходит Янг, Таймволк Артур пытается уйти. Пока что спасается Артизи. Есть Солмбайн, контратака. Пошел чайник, Рамзе. Сейчас будет Десембра под Солмбайн. Три не будет ничего. Есть Свистергейт, шикарный просто. Минус 2 делает. Вичи, атака.
Вот именно вернулись. А PW не очень хорошо загрел. Не очень хорошо. Ори дает хек. Замечательно. Есть. Неплохой. Водяного остается кубово тортить. Потом героем полетел корабль. Туда нет урона. Урона не дали. Прожали еще и Шрай. Команда Вичи. Ужасная драка от ИГ. Под Шрайном нельзя было драться. Промазал Рамзес, пошел агр PUW, хорошо, залетает сюда у нас Эрус по дабл дэмэджем, Рамзес зацепляет, Рамзес байбеком, если что, он выкупится, вернется в игру, его убьют, минус Роман, Роман умирает, Верн отправляется, флайт, телепорт, не получится, все, потому что Ори дает филигранный просто, Торрент ходит, сейчас он будет наказывать. Строение. Купается у нас Роман. Прыгает Артизи. Артизи сажается на Хекс. Не поставил он кубов, слава богу. На Эруса курса сразу же. Эл живет. Солмбайнд. Есть дабл сайт. Прожимает БКБ. Есть PUW. Круто. Да, он начинает. Говорит, очень хорошо. Но Артизи не хватает урона его пробить. Ставит кубов. Ставит купол. И туда просто код эмбрейс. Все. Минус купол. Ужасная драка. Ужаснейшая. Эрус живет на зюришке с передвесом. На нем висит. Полетел за ним. Абит цепляет Эруса. Забирает Эруса. Будет выкупаться. Не знаю пока что. Байбек, конечно же, у него есть. Вы можете вернуться. Минус 2 сделали. ЕГЭ. Замечательно. Минус 3 делает. И минус 4. PUW. Прыгает, тагрит, хорошо. Ну, Абит выживает. Абит выживает, PUW сделать ничего больше не может. Он сейчас тоже убьет, хотя Golden Brace. Но там ремнанты, минус PUW падает. Первая, теперь 4. Еще 50 секунд до появления коров. Пошел Хук, залетает Десембра, ГГВП. ГГВП прописывают Вичи. И Пуч Рамзес зарешал. Конечно, не Пуч Рамзес, понятно, но все равно. Один. Квапу забирает ИГ, ну это понятно. Да, разор, квапа, все дела, ребят, ну. Так, а ведь пошел. Там Дилай может умереть. Это гипношар получает. Он мне слэш. И удар ни один не упал просто на Эруса, когда нужно было. В итоге умирает Дилай по итогам. Ну так вот. Там Солмбайн, полетел флай, дает чайник, есть Сталинс, дабл сайт, прыгает Абит, хорошо. Честно, поубивает просто всех Вичи и очень бит. Янг умирает, тоже минус 3 делает, но получилось забрать Артизи. Когда играешь, имеешь в виду смысловые. Так, Артизи выступает, остается гипношар, без буфери Артоза сейчас есть телекинез. Туда поглубже, в гипношар сейчас ставит Артизи, он мне слэш по крипам раскидывается и далеко упрыгнул Артизи, хотя забирает Артоза, забирает, пошел Солмбайн, есть чайник, забирает двух героев на развороте, Янг захиливается, живет, Эльсвелл пошел по Янгу, Янг под Грейсом находится сейчас и Янг тоже догорит. Три булки уделают флай, не ворвутся, такие сюда. Так, там Эру остается гипношар. Ну, сейчас будет драка красивая. Забирает очень быстро флая. Поймали Артизи. Артура тоже убивает, но ничего не успел сделать. Рамзес кивер на хайграунд. Бивает Рамзес. Минус 3 делает Вич. Круто. Бонар. Спалил цель. Слушай, как же он долго бежал-то? Ну, очень долго. Просто армор. Синистер Гейс. Спасает пока что флай. Контратакует. Ай-яй-яй-яй, Эурус сейчас немножко, ребят, скажем так, загулял, но убивает крита, пошел чайник, ставится га, чайник летает, разбивает просто лица. Саша, Яш, но меча врывается Эурус, он пока что Сашу Яшу, да, включает БКБ, он очень больно, флай, минус флай, есть солнбайт, но туда не будет чайника, а Бетсоник Вейб, да, прожимается, пока что живут Вичи все, а ИГ не живут, и еще PUW выживает, Янкову и Захирю, минус 2 делают Вичи, то, что флай быстро выключить, это очень круто. Абит пытается улететь, Абит Войд залетает, последнюю секунду пошел Салец, есть телекинез по Абиду, и Абит здесь никуда не уйдет. Пошел Эурос, нули фаер на флая, флая можно очень быстро выключить будет, есть по нему, нету ему спасения, здесь РП, Рамзес минус РП, к сожалению. Где Артур? Артур уже умер давным-давно. Ну и ворует еще на спию себе купол. Ой, купол РП ворует. Это купол кто-то дает там. С прошлой игры, похоже, еще у меня слэш. Артур пошел, работает. Глиммер прячется. Урона не хватило убить ни одного, ни второго.
Прыгает на битву с ним можно. Вот с ним можно уже Эуруса постараться убить. Эурус битый, пытается убежать, пока что убегает, прыгает на битву с ним. С Криво Пейн, ну живет, живет. Артизи, диффуза забирает с Киори и Эуруса. Дальше игра у нас не заканчивается. Здесь Янг улетит или нет? Янг, Синистер Гейст, Флай, шикарно просто цепляет Янга. Янг тоже, умрет. Янг, пусть, Флай, драться. Взлетает Эурос, пошел на рефайр, Сайленс БКБ нападает. Пока что Флай живет, Флай больно, Флай, кусь, гипношар ставится. Неплохой. Артур пока что ничего не делает. Разве знает БКБ Эурос. Вот усорб дал сейчас Артиси. Умнисуэш. И там просто попадала команда. Почти вся крит умирает. Но остальные живут. Окей. Есть солбай по двум героям. Янг на фул HP у него. И пошли дальше. Пошли. Флай цепляет. Минус Флай. Поймали еще и Рамзеса. Рамзес под сайленсом. Никуда он не уйдет. Пацаны, ЕГЭ пошли драться, и куда это вы идете? Артизи отпрыгивает на блинке, хорошая реакция, хорошая, вот сорт Артизи прыгает, Эурос, Сайленс, ну рефайр, забирает флай, нет, есть РП, и у Мисаж опять, вот у сорт помнисуешь, да что ж такое-то? И РП ворованная, шикарно играют Вичи, минус Ранзес, минус флай, мне еще Артизи забирает в туда, Эурос делает трибл хилл, и good game will played, Вичи проходит у нас полуфинал, нет, финал Венеров, и там будет биться против ТНС. А ЕГЭ падают в лузера, ну и где они дойдут, конечно же, минимум до финала лузеров.